Если вы рехнулись и едите, что попало, то вообще есть средства, как прочистить желудок. И они всем известны. Вот с мозгами все то же самое, только не прочищается. Все, что в мозг попало, там остается. Даже если вы силой воли решили, об этом я больше не думаю, никогда не вспомню, это был мой позор. Все, закрыло. Подвал вообще камнем придавило. Мозг-то помнит. Из головы вы не можете это выкинуть. Поэтому, когда наступит какой-то момент, это вылезет оттуда. Поэтому, опять-таки, не смотрите ерунду, не читайте идиотские книги, не смотрите идиотские фильмы, не общайтесь с придурками. Это все у вас в голове будет. Пожалейте себя-то. Свою голову пожалейте. Свою единственную жизнь вот этим барахлом заполнить жалко. Так что не советую.